вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 35-й серии турецкого сериала «Меня зовут Мелек». И вспомним об анонсе прошлой серии. 35-я серия выйдет на экраны Турции 14 октября. В русской озвучке сможете увидеть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Меня зовут Мелек» мы увидели, как отец главной героини никак не может понять, почему судьба так же несправедлива. Ведь он старался всю душу вложить в воспитание своих детей, и они выросли совсем не такими, как ему хотелось. Несмотря на их воспитание, они иногда ведут себя так, что мужчине бывает очень стыдно за них. Халиль прилагает все усилия для того, чтобы отыскать того злоумышленника, который организовал поджог лавки. И он не успокоится, пока не найдет его. Мелек очень сильно переживает из-за того, что у нее на глазах рушится родная семья. Ей бы очень хотелось помочь своему отцу все уладить. Но из-за своего здоровья женщина пока не может этого сделать. Она считает, что отец сам во всем виноват, ведь он перекрыл всем пути к себе и продолжает до сих пор от всех закрываться. Но она ему очень благодарна за то, что он смог стать большой семьей для ее детей. Дочь считает, что это самый лучший подарок от отца. Алпа говорят о том, что он должен будет предстать перед всеми и извиниться или же пожалеет, что этого не сделал. Махмуд встретился с братом, но он отказался с ним разговаривать и попросил оставить его в покое и не искать больше повода, за что можно было бы прицепиться. Махмуд же пообещал, что обязательно оставит его в покое, но он считает его виноватым во всем. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 35-я серия выйдет на экраны уже 14 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.